Всем большой привет! Видите, мы сегодня утеплились в кофту. Диме даже водолазку одела. В общем, сегодня всю ночь лил дождик, но мы уже как бы с вчерашнего дня знали, то, что сегодня передают дожди и достаточно прохладно. Сейчас сколько градусов? 17. Сколько сейчас? Дима сейчас дома будет сидеть, Женя с Тёмой. Дима вообще надо было с собой брать резиновые сапоги ему. Вот, ну как бы до 2 часов такая погода, потом солнце будет. Ну, кстати, есть купальник там мокрый, на улице висел. Высушил он называется. Вот, и мы сейчас, в общем, хотим дойти до рынка. Он здесь называется Колхозный. Сходим, посмотрим ассортимент. Я, кстати, сейчас тоже там с девчонкой разговаривала, которая вот наша соседка. Я говорю, вы были на рынке, на этом Колхозном? Он говорит, да, я говорю, он Колхозный называется. Потому что я говорю, кто как-то центральный, кто я не знаю. Даже, наверное, туда нам надо. Вот она говорит, да, говорит, там очень большой ассортимент, там и овощи, и мясо, и сыры, говорит, и фрукты, в общем. Где коляска идет? И одежда, короче, говорит, там все, говорит, рынок очень большой. Она говорит, вы все равно, говорит, походите по рынку, посмотрите, говорит, сначала, потому что, говорит, в каком-то месте баклажаны 80 рублей, ну, к примеру, в каком-то 40. Она говорит, походите. Ну вот я у нее спросила, говорю, а вы давно здесь? Она говорит, с 20 числа мы здесь уже. Вот, она говорит, мы сначала жили, короче, поближе к морю там. В общем, говорит, жили сначала ближе к морю. Она говорит, ну там, говорит, здесь как бы, говорит, старый город считается. Она говорит, а там, ну, через санаторий, короче, вот эти идешь, но не очень. Здесь, говорит, здесь намного красивее. Я так и не поняла, где он находится, старый город. Или вот эта сама часть, так старый город называется. Вот. Она говорит, там, короче, пожили. Я говорю, а почему там не остаться? Она говорит, ну мы изначально бронировали сразу 2 жилья. Ну, то есть там на какое-то время. И здесь, говорит, у нас уже было забронировано. Вот, она говорит, поэтому сюда перебрались. Она говорит, даже с коляской, говорит, там не очень что-то удобно ходить. Она говорит, а здесь хорошо. Да, видишь, каждому свое. Вот, она говорит, тоже ходили на этот рынок, очень понравился. Там, говорит, и мясо, и молочко, и сыры, говорит, покупали. Вот, и эта хозяйка тоже. Она такая, у нас, говорит, прям зима, да, наступила. Я говорю, ну, я говорю, сейчас погода смотрела, вроде, говорит, с 2 часов уже солнце передают нормально. Она говорит, а я уже, говорит, сегодня искупалась, говорит, море теплое. Я говорю, что, правда, что ли? Представляешь, я считаю, дождик был такой ветрящий. Она говорит, море теплое, говорит, такие волны, говорит, хорошие, прям, представляешь? Газокальванные. А вот так, говорит, местные не купаются в море. Вон, в дождь даже ходят купаться. В общем, не знаю, как нам идти. Мы один раз, короче, доезжали на автобусе до этого рынка. Примерно знаем, где. Сейчас мы, правда, вот этими переулками еще никогда не ходили, чтобы его найти можно было. Но она сказала, тут 5 минут, говорит, до него идти. А вот эта соседка, она говорит, мы, ну, постоянно на трамвай, говорит, да, сюда доезжаем, она говорит, тут вообще быстро, говорит, от моря, если на трамвае. Я спрашивала, сколько стоит? Да, я думаю, рублей, может, 13-15. На автобусе мы, короче, ехали, сколько тут остановки, 2-3, 22 рубля с человека мы платили. Позавчера, когда вот мы только приехали. 22 рубля с человека. Я помню, а в Алуште мы когда были, перебирались, там рублей 13, что-то, что ли, стоило вообще дешево. То ли подорожало у них тут, то ли, я не знаю, может, какие-то дешевле, какие-то дороже у них автобусы. Я смотрю, это уже поменьше. Смотри, ой, спряталась в домик. Здесь какие улитки большие. Домик спрятался, вон еще, смотри, одна. Подойди, а не вон, по всему асфальту. Смотри, уберет сразу. Домик сейчас спрячет. Спрятывает. Видишь, глаза такие у меня, вытащила глаза. Смотри, смотрит во все стороны.
Так, вот так выглядит заход этого рынка. Ну да, уж сколько мы, минут 5, наверное, шли медленным шагом, так минут за 2 можно спокойнять. Вот, смотрите, колхозный рынок. Вот, заходим. Сейчас походим, посмотрим. Там так рыба пахнет. Сувенирчики. Можешь где не работать? Как в Судаке, они похожи, похожи. А где там в Судаке рынок? Ой, это там вообще все набережные, потом через эту парисовую аллею, в общем, пошла. Персики 80 рублей. Вот красное масло по 200 рублей. А там брали? Там такие, Лен, есть. Что вы там? Зачем персики я набрал? Я сама строила, я знаю, где они. В общем, персики разные. Красивые, да, ни одного даже темненького. Кто? Виноград. Обувь. Так, куда нам вывернуть сначала? Свежий вон столовый есть. Всякие сладости. Так. Нам надо найти вот эти фрукты, овощи. А, ну вот они. Ой. Очень вкусная сладкая клубника. А сколько у вас клубника стоит? 500 и 400. Угу. Что, цен нету? Это хуже всего, да, Кау? Так нету цен. За каждый ходить спрашиваю постоянно. Вот, с ценами, как удобно. Лишний раз продавца не надергать. Кажется, у нас помидор сейчас дешевле стоит, да? Картошка 50 рублей, морковь 50 рублей. Морковь дешевая. У нас уже по 45 цена. Персики. Сакская. А, ну вот у нас хозяйка из Кизила сейчас компот закручит. Уже банок 10, наверное, закрутили. Так, подожди, как мне? Помидор 8. Вон там дыни, арбузы. Пока смотри, что тебе надо. Я сейчас так пробегусь, посмотрю, что тут. Ялтинский лук. А, вот это лаванда, да? Ну-ка. Какие-то это такие веники с Коктебеля, бабка. А вы видели ее в Коктебеле, когда отдыхали с бабой? Мы не отдыхали. А, вы же в Судаке. Мы у вас видели. Солени тут. Чурчхела. Могу тоже взять.
Тебе не нравится Чурчхелла? Нет? Орешки. Вон ты хотела идти, фисташки. Что-то они такие мутанские, смотри. 200. А вот это что, тоже смотри какие-то. Вкусные, как они называются. Это не фисташки? Миндаль. Он не чищенный, да, просто? А там тоже не чищенный. Нектаринчики. Так, а это мы уже куда вышли? Шапка меховая не нужна. А что, у нас вон в Ногинске сейчас погода вообще сколько там? Градусов 10 или есть хоть? Саша. Может быть, тоже к чаю потом взять по 1000 рублей за килограмм. Они, видать, только открываться начинают, что ли? Расклады, а вон за лепешки тут разные. Хачапури, лепешки вон. Пицца, курица. А что, 2 фотки? Лаваш. А что видео снимаете? Для себя. Видео снимаем. На YouTube снимаем. Но мы не вас снимаем, мы продукцию только. Себя говорит, ладно, Ютуб не надо. Шорты, Таня плавательные, Саша хочет купить. Таня, ты посмотри, что там внутри подкладки нет. А, не везде подкладки. Не везде. Это карманы, вот. Наверное, карманы. А у Жени тут такая сеточка вот еще проходит, как Саша, трусы там. Нормально. А нет, это плавать, да? Нет, там внутри такие как трусы должны. Не знаю. Ну как они платины? Это вот чтобы материал быстро сох, вот они такие. Нет, расцветка какую-нибудь поярче. А вот такие нет. Это коротковато. Да не, а что коротко? Она... Мне кажется, ему наоборот хорошо будет. Ему, мне кажется, нормально будет. Они, мне кажется, вот одинаковые вот эти, оранжевые. Нет? Да, одинаковые. Вот эти короткие? Оранжевые короткие. Бери самый длинный. Ты как... Я хочу расцветку. Вот яркий. Ну да, он такой смуглый, Саша-то, подвинься. Вот, да, давайте. Это какой размер? Ну, ваш 46. Тань, да большие, смотри, в поясе они какие. Он такой худенький. Меньше нет, они 46 начинают. Мне кажется, ему 42-44. Да не, они большие, Тань. На меня нет. Они у тебя в пояс какие широкие. Нет, в поясе они... нормально будет, а вот тут вообще будет болтаться. В ногах. Знаете, вот эти подростки. Молодые что-то пришли, не нашли у вас. Еще говорю, куда вы смотрели, чем страшно. Вот это, наверное, крем там внутри какой-то. С топленым молоком. Или, может, как сгущенка что-то. Скорее всего, ну ты что хочешь отсюда? Печенье вон там есть. В общем, сейчас зашли в кафешку, заказали Диме жареную картошку. Но он очень любит, он, блин, зеленью посыпали. В общем, тут вот нам и помидор положили. И это огурец. В общем, такая порция 100 рублей здесь стоит. Такое какое-то, видать, восточное кафе здесь. Вот так вот тут у них своя печь. Там своя кухня. Это вот все на рынке. Ты ему лучше на вилку накали и дуй.
Вот, и еще вон там вот палаточка тоже от их кухни. Мы тут взяли, в общем, лепешки. Сейчас пойдем там и покажем. Это вот, видите, все на рынке прям находится. Потому что Дима у нас вообще ничего не ест. Он только у нас гарниры, макароны, картофельное пюре, ничего мясное он не ест. Предлагал ему тоже борщ тут готовить. Сейчас я вам покажу меню. Там как раз тут возле меня лежит. Так, сейчас. Сейчас где-то шпажка себе в ногу воткнула на острый такой. Пока пакет несла. Сейчас покажу меню. Вот шашлык. Вот так это все выглядит. Плов из говядины. В общем, вот жареная картошка. Борщ, суп. Ну вот мы вчера возле моря брали там на набережной, короче, заходили в кафе, столовые, там взяли суп лапшу. Не помню, сколько там по цене. В общем, Дима даже не стал есть. Там вот такое ощущение, знаете, не суп, а просто в воду положили лапшу и мясо. Вообще без вкуса, без всего, без запаха. Отвратительный суп. А вот здесь, мне кажется, хорошо готовят. Даже вот сама подача. То есть заказали картошку, они еще вот овощи положили в тарелку тоже. Хоть Димка это ничего не ест, но все равно. Вкусная картошечка. Видите, Димка спотыкнулся, в лужу у нас упал. Весь чумазый сидит. В общем, сейчас еще по-быстрому по рынку пробежимся. Не знаю, может взять там, я не знаю, помидоры, огурцов, Тань. Они вот, Тань, вот эти свои местные персики-то продают здесь. Что-то я внимание. Местные персики, Сань, которые у них тут выращивают. Тань, вот эти, может, которые по 80 рублей, самые такие страшные. Нет, у них просто сейчас сезон вот это винограда, персиков их идет. Вот они что-то, я не знаю. Обычно они как-то пишут, там местные, ну знаешь, так, а тут что-то я не встречала. Давайте я вам сейчас покажу, где мы вот эти выпечку всю взяли. Что мало ли, если кто будет в Евпатории, рынок колхозный называется. Тут у них прямо разбирают, они только успевают выносить с кухни. Очень девушка такая приветливая. Сейчас покажу вам. И так все прикрыто, ничего не пылится. Вот. Видите, тут что только нет. И пицца есть. И вот так вот эта кафешка выглядит. Где мы сидим? На лепешки у них прям улетают. Я еще у девушки спросила, которая вот продает. Я говорю, вы, наверное, туда же до обеда не стоите, вас все разбирают. Она такая, да, говорит, разбирают достаточно быстро. Она говорит, ну у нас вот тут, говорит, своя кухня. Сейчас покажу. Она говорит, и то есть, ну, успевают выпекать. Ну, там повара трудятся. Говорит, а я у тебя одну штучку попробую, можно? Вкусная. Не соленая такая, но не слишком соленая, такая в меру. В общем, сейчас поедим и пойдем по рынку, быстро пробежимся, что-нибудь посмотрим. Давайте я вам покажу, что мы взяли на рынке. В общем, вот такие различные лепешки. Тут, значит, с ветчиной, с сыром. Вот это зеленью с курицей, с сыром, по-моему. Там помидорка еще. Булочка. На, отломим, будет, то нет. Блин, мы забыли чашки принести. Это булочка просто там с посыпкой. Она без всего. Это я Димке взяла, не знаю, может, чаем попьет. Потом вот это сосиски в тесте. Смотрите, какие они большие. Вообще. А Таня сказать, чтобы вот эти погрела. Виноград, в общем, это их не крымский перский, очень ароматный. Клубника сладкая, вкусная. Смотрите, клубник у них по 280 тут стоит. Персики, сколько персики, не помнишь? 100 рублей ровно. Персики по 100? Yeah. Нет, 120, то это мятые там лежали, эти 120. Потом вот такую лепешку взяли, вообще лепешка мягкая-мягкая, с сыром и зеленью.
Вот, сейчас нальем чай, будем пить чай. Вот такой вот у нас красивый, вкусный завтрак сегодня будет.